Давай проверим. Проверим, что тут у нас по записи получится. И хороший пример для кучи. Смотри. Смотри, Дима, кого я нашел тебе. Может, тебе понравится. За что мне уважать вот эту обезьяну? Белые розы, беззащитные шипы. Дима, куча Дима. Тебе нужно быть таким же нежным и ласковым. И тогда сбрей, кстати, свое это вот растительность. И к тебе бабушки еще больше потянутся. Сумасшедшие бабушки любят, видно, таких нежных ребят, как ты. Становись еще нежнее, и тогда у тебя попрет успех, донаты посыпятся, рекой потекут. Так что смотри, слушай, кстати, мотай на ус. Обратите внимание, когда он что-то выражает, какие-то свои мысли. Бакинский. Ему хоть сейчас авторитет. Спички в глаза вставляй. Все оскорбляете меня, сучки перепутали. Вам кто дал право, блядь, меня оскорблять? Ну, кстати, куча, смотри. Ну, такое себе тоже можешь фломастером нарисовать. Видишь, какая-то звездочка такая, чудная. Очки купи, губки накрась, бровки тоже. И таким, как он говорит, таким голосом. А ну-ка. Блядь, нахуй. А, пидораски, блядь, интернетные, шалавы ебучие. Ну-ка, дай-ка я попробую таким же голосом. Как он говорит? Чик-чик. Все оскорбляете меня. Все оскорбляете меня. О, таким суровым голосом говори, и тогда, может быть, ты будешь серьезно. Смотри, Дима Куча. Вот этот мужчина очень популярный. Найди его. Хотя, может быть, он уже в живых, его нету. Но это не принципиально. Короче говоря, вот таких. С него это. Бери образ. Может быть, у тебя попрет. Успеха добьешься. Вам кто дал право, блядь, меня оскорблять, нахуй? А, пидораски, блядь, интернетные, шалавы ебучие. Или там, когда он употреблял, я это не знаю. Сармаев разбомбил бакинскую красотку. Сказать, что это обезьяна, сидит под чем-то, обезьяна. Ему абсолютно наплевать. Да, в этом мире мне зайка нужна. Блять, за это, наверное, права придут. Ну ладно. Бандитка. О, кстати, это... Сегодня, ребята, у Владимира Владимировича... Нежный малыш Владимира Владимировича любит сильно. Надо же. Путина день рождения, мы поздравляем. Мы поддерживаем тебя, уважаем, мужчина. Ты нам очень импонируешь, дай бог вам здоровья. Я даже не знаю, кто лучше. Кто лучше? Вот этот вот? Или Куча Дима из Кирова? Прямо, я не знаю, кого мне больше любить теперь. Они оба такие ласковые. Но тот довольно-таки все-таки Куча. Сбривайся, ну, бери пример с этого нежного малыша. Он вроде поприятней. А ты какой-то грубоватый. Тебя всех благ желаем искренне. Живите долго и счастливо. Живите долго и счастливо. Суровым голосом говорит. Он думает, что это круто. Которая сидит сейчас и умничает. Да, умничает. А на самом деле уже давно потеряла свой вес. И давно утратил свой интерес. Зашкваренная Изабелла Бакинская. Я ее наблюдаю только потому, что... Мне интересно, что она еще вымочит. Царнаев сам не ангел. Но все-таки он более или менее на человека похож. Для кого-то он очень хороший, для кого-то он очень плохой. Ну-ка, давай сейчас вернемся. Я его возненавидел именно после того, как он... Сколько у меня девчонок... Красавчик ты мой малыш. У него девчонки есть, а ну-ка смотри. Ну, зашкваренный. Вообще-то... Про него кое-что известно стало в последнее время. Ну ладно, это уже тема не моего видоса. Най-ка. На голове волос нету. Чик. Следи своей сединой голову. Унижал каких-то детей. А теперь сидит. Строит, точнее сидел. Его загнобили, он пропал без вести. Короче говоря, что такое образ? Чел был, типа, играл роль авторитета, но когда его взяли за яйца, он испарился.
Он пропал, исчез, улетел как говно по трубам. Теперь не видно. Вы, блядь, Лава, смотри. Чик. Каких-то шалав, наверное, даже. Для съемок. Отличный парень. Да. Сейчас вернемся, кстати, к этому. Цыгана здесь нету. Соскучился. Ладно. Черт есть черт. Да, сейчас стоит черт. Мальчик, да, я же говорю, что он нежный малыш. Насчет Орлан, Орлан. Где-то там. А, кстати, какой звук будет? Нормально, надеюсь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Губки подкачанные и бровки подкрашенные. Да, есть такое. Давай-ка еще вот этот вариант, ладно, так уж и быть. Чуть-чуть, где он там, шортс какой-то есть тут. О. Трахни меня в задницу. Я не люблю тебя больше. Хотел бы забыть ту ночь в сарае. Не пиши мне больше. Прощай. Да. Бывает так. Трахни меня в задницу. Ну ладно. Я не люблю тебя больше. Посидели, поговорили. Хотел бы забыть ту ночь в сарае. Интересно, посмотрим. Не пиши мне больше. Прощай. Прощай.